Всем привет, сегодня в этом видео я расскажу, как бесплатно апать левел в стиме. Я знаю, что видео не по теме канала, но все равно. Для начала надо вступить в это сообщество, или другие, которых полным-полно. Надо пролайкать посты, чтоб дали немного монет, чтобы можно было купить больше скинов. Нажимаем на кнопку «Бесплатные скины». Теперь на кейсы. И нажимаем по очереди на каждый кейс. Надо выполнить задание, а потом открывать. Репостнуть пост и подписаться на сообщество. Открываем кейс. На хороший предмет шанс слишком низок. Предмет можно продать или обменять, так как у меня есть монеты, я продам. Ищем предмет, подходящий по ценнику. Ой, я немного затупил. Вот и нужный нам предмет, который можно купить, а потом вывести. Надо ввести трейд-ссылку, которая находится в стиме. Теперь покупаем, и через какое-то время придет трейд, который надо будет принять. Пока приходит трейд, я сейчас покажу, что я недавно вывел через сообщество ВК. Сейчас я продаю этот предмет на торговой площадке, чтобы потом купить карточку Steam. Походу пришел, давай заберем. Легко и без доната. Это тоже неплохо. Выставляем на торговую площадку. Хватит только на одну карточку, и еще не продалась вещь. Надеюсь, вам было полезно. Увидимся в следующем видео.